Смотрите, я на самом деле хотел да. Смотрите, я хотел рассказать на самом деле еще одну штуку про SQL, точнее, не совсем про SQL. Значит, как работать в Питоне с SQL-ными базами данных, не зная SQL вообще. Но, собственно говоря, хоть в какой-то мере сам по себе SQL я узнал в первую очередь для того, чтобы рассказывать про него студентам, потому что до того момента я обходился с помощью штуковин, которые называются ORM. И это такие штуки, которые позволяют как бы сделать некоторое соответствие между питоновскими объектами и записями в базах данных. И автоматически берут на себя всю работу, связанную с взаимодействием с базами данных. Ну и, собственно говоря, например, когда я написал ту самую систему, с помощью которой мы домашки сдаем, значит, она, естественно, хранит все данные как раз в SQL-табличке, типа той, которую мы на прошлом занятии разбирали. Вот. Но при этом непосредственно сами по себе SQL-запросы я в тот момент не писал. Потому что делается это примерно так. Вот смотрите, давайте я покажу, как этим пользоваться. Значит, мне понадобится штука, которая называется SQL Alchemy. Это как раз библиотека, которая реализует этот самый ORM. Не путать с оперативно-розыскными мероприятиями. Там какая-то другая расшифровка этой аббревиатуры. Вот. И давайте я покажу, как это работает. Значит, здесь приходится написать какое-то количество кода такого типа заклинаний, которые я сам наизусть никогда не помню и всегда копирую из какого-нибудь своего другого проекта или из документации. Вот. Ну, собственно говоря, давайте я сейчас примерно так же и сделаю. Где-то у меня был какой-то код на эту тему, который я специально к этому занятию и делал. Сейчас я его найду. Наверное. Да. Вот этот код. Давайте я скопирую сейчас себе в новый ноутбук его, и мы его обсудим. Сам тоже пришлю. Значит, смотрите, чего здесь происходит. Ну, собственно говоря, сначала идут некоторые импорты, и дальше создается вот такой вот объект base, который нужен для следующей вещи. Значит, мы сейчас будем создавать некоторые классы, которые описывают строчки в наших таблицах. Ну вот, например, я здесь создал класс user. Ну, давайте мы что-нибудь еще здесь сделаем, добавим к нему каких-нибудь еще имен. Значит, смотрите, здесь у этого класса я прописываю довольно нетипичным способом для там, классов, к которым мы привыкли. Значит, я прописываю так называемые переменные, которые относятся к классу целиком. То есть вот это вот переменные. Ну, как бы там, на самом деле, используется довольно хитрая магия для того, чтобы этот класс работал. Ну, в общем, нам достаточно просто в эту магию поверить. Значит, что нам нужно здесь в виде вот таких переменных описать, во-первых, какую таблицу мы будем использовать, а во-вторых, описать столбцы в этой таблице. Значит, ну вот я, собственно говоря, создал здесь столбец, который называется ID. Он будет просто целочисленным. И вот это вот primary key равняется true означает, что база данных будет следить за тем, чтобы у разных колонок было разное значение ID, то есть ID будет однозначно идентифицировать колонку. Не колонку, а строчку, простите. И они будут автоматически, когда я добавляю новый элемент в базу, он автоматически получает свой ID просто там прибавлением единички к предыдущему.
Вот. Ну, давайте еще какую-нибудь колонку сюда добавлю. Значит, у меня есть, например, целочисленный и строка. Давайте какую-нибудь целочисленную колонку добавлю, например, какой-нибудь, чтобы такого сделать. Давайте пусть будет H. Колонка целочисленная. Ну, дальше для простоты я создаю некоторый реп, с помощью которого можно будет смотреть на эти объекты. Ну, давайте добавлю сюда еще H. Вот так это будет выглядеть. Значит, заметьте, что я тут сам не пишу никаких конструкторов, ничего такого. За это все отвечает вот этот самый base, чем бы он ни был. То есть благодаря тому, что у меня класс user наследуется от вот этого base, благодаря этому там включается внутренняя какая-то механика, которая позволяет вот по такому описанию создать нужный нам объект. Ну, собственно говоря, давайте мы создадим каких-нибудь пользователей, допустим, вот user Alice. Значит, чего у нас есть? Username. Допустим. Alice, nickname. Alice Smith, age, допустим, 18. И у нас есть какой-нибудь Боб. На всякий случай поставил этим пользователям возраст 18 и 19, а то вдруг я что-нибудь, какую-нибудь не ту команду наберу, и меня привлекут к ответственности за вовлечение несовершеннолетних куда-нибудь. Вот. Значит, но, как видите, это, вот если я сейчас посмотрю на этот объект, это обычные объекты. Видите, у них есть какие-то поля, и, в общем, это действительно то, что мы от этого объекта ожидаем. Вот. И пока, на самом деле, ничего особо интересного не произошло, ну, кроме того, что вот у нас есть такая штука, с помощью которой мы можем создавать вот такие вот объекты. Но теперь мы можем поместить все это дело в базу данных. Значит, для этого мне нужно создать штуку, которая называется Engine. Собственно говоря, вот значит, мы импортировали уже из SQLite соответствующую функцию. Но, конечно же, я не помню, как ее пользоваться, поэтому я опять подсмотрю в заранее заготовленный файлик. Значит, собственно говоря, идея состоит в том, что вот вся вот эта механика, вся вот эта вот ORM, она будет вместо нас взаимодействовать с базой данных. И, в принципе, идея состоит в том, что нам даже не особенно нужно задумываться о том, с какой именно базой данных мы будем взаимодействовать. В данном случае я буду взаимодействовать тоже с SQLite, как и раньше. Но, в принципе, идея в том, что мы можем поменять одну базу на другую. От этого просто поменяется вот эта строчка и больше ничего. Весь остальной код будет как работал, так работает. Даже если новая база данных поддерживает немножко другой диалект SQL, поскольку диалекты SQL немножко различаются между разными базами, все равно SQL Elchemy все эти изменения возьмет на себя. Значит, ну вот, собственно говоря, и я... Ну, давайте я начну с вот этих вот двух строчек. Значит, смотрите, что здесь произошло. Вот у меня вот этот вот класс user, он наследует от base. И в тот момент, когда я вот этот класс создал, объект, вот этот объект base, он записал куда-то к себе то, что такой класс создан.
И после этого я вот здесь этот факт использую. Значит, как видите, я вызываю метод вот этого самого объекта base и прошу создать мне таблички, которые будут соответствовать вот тем объектам, которые я описал. Давайте я эту строчку запущу. И, собственно говоря, видно, что произошло. Смотрите. Значит, ну, сначала вот он нам сообщает, какие SQL-ные команды он выполнил. Значит, сначала он тут сделал какие-то проверки, а потом, собственно говоря, самое главное, он сам сгенерировал вот такой вот запрос, и создал нам табличку, которая была создана ровно по вот этому описанию. Видно, что у нас здесь в этой табличке те самые поля, которые мы описали. Вот. И теперь можно в эту табличку, значит, записывать наши объекты. Для этого нужно создать еще один объект, который называется сессией. И дальше я могу, например, добавить Элис, добавить Боба. Ну и давайте сделаем commit. Значит, когда я делаю вот такие добавления, ничего с базой на самом деле не происходит. Но если я сделаю commit, то значит, вот добавилась в табличку юзера, добавилась строчка, которая соответствует Элис. Вот в табличку то же самое юзера добавилась строчка, которая соответствует Бобу. И дальше база сделала commit. Это означает, что теперь, если даже я сейчас, например, все это закрою, или давайте просто создам сейчас новый ноутбук. Значит, я скопирую сюда этот код. Вот этот код. И вот эту штуку мне нужно. Давайте это я тоже вам скопирую. Так, сейчас engine у меня не определен. Давайте я его создам. Вот он. Значит, я сейчас имитирую ситуацию, когда у меня есть два отдельных скрипта. А, вот почему он не создан, потому что у него отступ неправильный. И они работают с одной и той же базой данных. Вот я в одном скрипте записал какие-то объекты в базу данных, а вот из этого скрипта я сейчас буду их добывать. Значит, как я их буду добывать? Я могу делать запросы. Значит, у session есть метод query. И дальше я могу, например, сказать, что я запрашиваю всех пользователей. Значит, вот это просто запрос. И если я хочу его выполнить, то мне нужно еще дополнительно к нему что-то написать, например, например, вот так. Значит, вот в результате выполнения вот этого запроса я получил. Ну, при первом выполнении здесь был другой код, он, видимо, сейчас где-то там закэшировались результаты, и он мне не печатает его целиком. Вот. Но суть в том, что вот это фактически аналог кода типа select звездочка from users, или как он у меня там написан, user. Ну, вот аналог такого кода. И теперь я получил списочек, который состоит из моих пользователей. Значит, я могу к элементам этого списочка обращаться и дальше что-нибудь тут в них смотреть.
Вот. То есть, смотрите, пафос состоит в том, что в результате я работаю уже не со строчками таблицы, а я работаю с какими-то нормальными питоновскими объектами, и, в принципе, я мог бы вот к этому классу user я мог бы чего-нибудь дополнительно дописывать. То есть, например, я могу здесь дописать что-нибудь вроде say hello и, допустим, значит, давайте я перезапущу сейчас все, весь этот самый. Ну вот, пожалуйста. То есть объект, вытащенный из баз данных, тем не менее, как бы это уже не просто какой-то там кортеж или даже именованный кортеж, кортеж с названиями, а это именно объект, у него есть методы, которые я прописал, и дальше я могу уже с этими методами работать. Вот. Ну и, собственно говоря, можно делать не только такие запросы. Ну, понятно, что вот это не очень интересный запрос, когда я просто вытаскиваю вообще всех пользователей, которые есть. Но есть возможность сделать более интересные запросы. Например, я могу потребовать найти мне всех пользователей, скажем, у которых возраст... Значит, что я там сделал? У которых возраст, допустим, больше либо равен 19 годов. Опять же, получить всех. Так, интересно, почему он мне выдал... ну понятно, он это воспринимает как отдельную, как отдельный столбец. Сейчас, а как тогда сделать вот так? Значит, вот так я могу запросить пользователей, которые обладают вот таким свойством. И это будет аналог того, что я делаю какой-нибудь запрос, типа select звездочка from user where user age больше либо равняется 19. Вот. Но, как видите, тут я не пишу просто SQL код, а я пишу код питоновский с помощью вот этой самой библиотеки SQL Alchemy. Вот. И это позволяет писать, ну, как бы, во-первых, это позволяет не знать SQL в какой-то мере, но, ну, понятно, что вам все равно нужно знать, как оно работает, нужно понимать, там, как работают джойны, потому что вы можете писать не только вот такие вот штуки, но вы можете писать там какие-то запросы более хитрые, когда у вас есть несколько таблиц, вы делаете какие-то джойны и так далее. Вот. Но, в общем, в какой-то мере это освобождает от необходимости знать прям синтаксис SQL, хотя важно логику все равно понимать полезно. Ну, как любая другая абстракция, эта штука добавляет, с одной стороны, она немножко упрощает жизнь, с другой стороны, добавляет некоторые сложности, потому что вам теперь нужно... Ну, вообще, вся эта история, про... как это было написано у Джоэля Спольского. Джоэль Спольский — это такой программист, он, собственно говоря, создал сайт Stack Overflow. И... Он очень, на самом деле, судя по тому, что он создал сайт Stack Overflow, он хорошо понимает в том, как происходит работа программистов. И, в частности, у него есть такое эссе про протекающие абстракции, leaky abstractions. И это, на самом деле, такая история, что вот когда вы работаете на компьютере, ну вот, допустим, мы, как пользователи, там, взаимодействуем с какими-то программами. Программы эти написаны там с помощью каких-нибудь языков программирования. Как правило, это какие-нибудь языки программирования высокого уровня, которые, в свою очередь, взаимодействуют там, с операционной системой, которая написана на языке программирования низкого уровня. И в конечном счете это все взаимодействует с там, процессором, который непосредственно гоняет биты по шинам и, в общем, делает совсем низкоуровневую работу. И каждый раз, когда мы... У нас есть такая
пирамида абстракций. Внизу есть железо, и дальше, как бы, чем выше мы поднимаемся, тем более с абстрактными объектами мы работаем, и при этом новые вот эти абстрактные объекты, они сделаны на базе каких-то предыдущих абстракций предыдущего уровня. То есть, например, Python, он написан на языке C, у которого есть своя абстракция, а язык C, он уже непосредственно компилируется в ассемблер, который выполняется процессором. Никто не будет писать программу на ассемблере, потому что это очень сложно, и гораздо проще работать с более высоким уровнем абстракции. Но, например, если вы не знаете, как работает процессор, как работает взаимодействие с памятью, то вам будет там сложнее понять, например, почему питоновские циклы медленные и как их можно было бы теоретически ускорить. Почему, допустим, NumPy ускоряет питоновские циклы. Для того, чтобы это нормально объяснить, нужно так неплохо знать то, как работает C, как работает взаимодействие с памятью. И, в принципе, история про SQL — это история про еще один уровень абстракции. Изначально предполагается, что SQL освобождает нас от необходимости писать код в таком императивном стиле. Мы просто говорим серверу базы данных, что мы хотим получить такие-то результаты. Как именно сервер базы данных будет это делать, это не наша забота. И предполагается, что этот самый сервер базы данных реализован хорошо, а именно, что он сделает свою работу быстро и эффективно. Ну, понятно, что одни и те же алгоритмы, так сказать, один и тот же результат можно получать с помощью разных алгоритмов, которые какие-то из них более эффективны, какие-то менее эффективны. Например, если вам нужно найти максимум в списке, то вы можете, например, сравнивать все элементы попарно, а можете написать немножко более хитрый алгоритм, который будет работать гораздо быстрее. И, в общем, мы бы хотели, чтобы, вне зависимости от того, как мы напишем там наш запрос, чтобы алгоритм баз данных его бы быстро обработал бы и выдал бы нам хороший результат. И мы не хотим думать о том, как это баз данных устроена. Ну, и это в какой-то мере работает, но только в какой-то мере. Если вы реально инженер, который реально занимается базами данных в высоконагруженных системах, то вам на самом деле нужно очень хорошо понимать, как эта база данных работает, какие запросы как будут обрабатываться. Ну вот, простейший пример. Например, какие-то запросы приводят к тому, что вы всякие промежуточные результаты скачиваете на свой компьютер и потом с ними делаете какую-то дополнительную, там, допустим, фильтрацию или группировку, агрегирование. А другие запросы таким свойством не обладают. Они делают все на сервере. И вам скорее нужны запросы, которые делают все на сервере. В общем, короче говоря, добавление еще одного слоя абстракции в виде вот этого ORM приводит к тому, что вам теперь нужно знать не только ограничения SQL и, соответственно, сервера, с которым вы работаете, но еще и разбираться с тем, как этот самый ORM работает. Но поскольку я немножко не настоящий программист, я никогда с этим глубоко не разбирался. Ну, вот там для моих задач, например, хватает там, для того, чтобы написать приложение типа Python, MassHSE-info. Но, например, из-за того, что я что-то криво там написал, сейчас, если я пытаюсь отредактировать свойства конкретного пользователя, мне приходится ждать несколько минут, когда выполнится скрипт, который мне просто покажет экранчик, в котором я могу отредактировать характеристики пользователя, допустим, перекинуть с курса на курс. Ну вот потому что я что-то не предусмотрел в моей базе данных, и у меня происходят какие-то слишком тяжелые запросы к этой базе. И, в общем, надо разобраться с этим. Вот. Ну, в общем, так или иначе, если вы когда-нибудь будете работать прям серьезно с базами данных, то, скорее всего, вы будете использовать какой-нибудь ORM. Ко всему прочему, это еще и позволяет сделать ваш код более безопасным. Дело в том, что у SQL есть такая неприятная штука, которая называется опасность SQL инъекций. Это вот какая история. Давайте я скажу про это пару слов. Значит, SQL injections. Давайте представим себе, что я делаю такой запрос. Значит, вот что я получил от пользователя, допустим, имя пользователя. Ну, я сейчас это все эмулирую с помощью обычного input, но можно представить себе, что я его получил, допустим, от пользователя, который зашел на ваш сайт. И потом я делаю вот такой запрос. Допустим, у меня есть какая-то база данных,
Значит, я сейчас не использую ORM, а использую просто какую-то обычную базу данных. Допустим, у меня есть, допустим, SQLite 3 Connect Database. Дальше, допустим, вот так. И теперь я делаю такой запрос. Допустим, select звездочка from user where, допустим, user, username. Ну, давайте хотя бы вот с такого начнем. Даже бог с ним, с паролем. Давайте я уберу этот пароль. Значит, как вы думаете, что здесь может пойти не так? Значит, я хочу получить строчку, которая соответствует вот тому имени пользователя, который я сейчас ввел. Ну, потом я что-нибудь с ним буду делать. Проверять, правильно ли пароль или еще что-нибудь в этом роде. Это не важно. Значит, что здесь может произойти, что может пойти не так? Значит, какая здесь может возникнуть проблема? Дело в том, что вот это вот как бы имя пользователя, это пользовательский ввод. Пользователь может написать сюда все, что угодно. И он может написать правда свое имя, а может написать произвольную строчку. Как вы думаете, что можно сделать плохого, если мы можем сюда написать все, что угодно? Получить все. Ну, давайте считать, что я вот этот вот output пользователю не буду показывать, но теоретически можем получить что-то, что нам не принадлежит, но это не самое страшное. На самом деле можно сделать более плохое. Дело в том, что во многих ситуациях, ну вот SQLite, по-моему, таким свойством не обладает, но в принципе база данных во многих случаях позволяют делать несколько запросов как бы в одной строчке. Вы просто разделяете запросы точкой с запятой, и они будут выполняться по очереди. Сначала первый, потом второй, потом третий. И можно тогда сделать вот такую штуку. Значит, я могу дать, например, такую команду. Значит, в качестве имени пользователя я ввожу такую штуку. Апостроф, точка с запятой. А дальше я могу написать все, что угодно. Например, drop table и user. Значит, drop table позволяет удалить таблицу. Ну и дальше, допустим, чтобы эта строчка была синтактически корректной, мне нужно разобраться с вот этим вот оставшимся апострофом. Но давайте я что-нибудь еще здесь сделаю. Допустим, снова напишу что-нибудь вот такое. Вот такая вот строчка. Значит, вот если мне в качестве имени пользователя подсунули вот такую строку, значит, что произошло? Давайте я сейчас это запущу. Она, естественно, не заработает. Давайте посмотрим, какая строка в результате реально выполнится. Значит, выполнилась вот такая строчка. И если база данных настроена таким образом, что она рассматривает это как три отдельных запроса, то сначала она выполнит вот такой запрос, который, допустим, ничего не вернет. А потом она выполнит вот такой запрос и удалит всю базу пользователей. Потом она попробует выполнить вот такой запрос, но ничего у нее не получится. Ну и к этому моменту, в общем, вред уже будет нанесен. Вот. Это на самом деле типичная история, когда вы вставляете какую-то произвольную строчку в какой-то программный код. Если эта строчка пришла откуда-то извне, и вы ее не контролируете и не можете гарантировать ее безопасность, то
всегда есть риск, что вы сделаете что-то не то. Поэтому, там, например, вот так вот делать нельзя. Вместо этого нужно сделать такую штуку. Сейчас надо вспомнить, какой там точно синтаксис. По-моему, вот так нужно сделать, если я правильно помню. Сейчас давайте-ка я проверю. А, нет, там нужно сказать знак вопроса. Вот так вот. Значит, если вы сделаете вот такую вещь, то сама по себе вот эта вот SQLite, она правильным образом подставит пользователя на место вот этого знака вопроса и правильным образом поместит его в кавычки так, чтобы там вот такой вот проблемы не могло бы возникнуть. Правильным образом все заэкранирует, в общем, позаботиться о том, чтобы у вас не было SQL-инъекций. Вот. Ну и, соответственно, я это к чему стал рассказывать? К тому, что значит, использование штуковин типа SQL-элчами в какой-то мере вас защищает от таких вот проблем. Но, в принципе, от них можно защититься и вот так вот. Тоже сработает. На эту тему есть комикс у XKCD. Сейчас я его найду. Вот. Значит, теперь вам будет понятно, о чем идет речь в этом комиксе. Если захотите когда-нибудь проверить какую-нибудь систему, можете назвать своего ребенка вот таким образом и проверить, что будет. Вот. Ну, надо сказать, с именами вообще весело. Например, довольно часто, скажем, бывают системы, которые проверяют, правильно ли вы ввели имя, и, например, не пускают имена, которые состоят, например, меньше, чем из трех символов. Разработчики, например, решили, что не бывает людей, у которых имя меньше, чем три символа, и все люди с именами, например, Ия, очень сильно по этому поводу страдают. Вот. Ну ладно, это отдельная история. Значит, вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать про SQL, наверное. Скажу, что впервые с хакерской реально ситуацией, когда какой-то хакер взломал мой сайт, я столкнулся в похожей ситуации, но там я делал не SQL-запрос, а там я открывал файл, а имя этого файла я, опять же, получал от пользователя. Ну, то есть это был какой-то простой сайтовый движок. У меня там лежали на сервере файлы в каком-то формате. И я, соответственно, когда человек заходил на этот сайт, там в адресной строке фактически было имя файла, и было написано что-то вроде такого, что вот файл name брался из адресной строки, грубо говоря, вот так. А потом было вот что-то такое написано with open, там, file name sf, ну и что-то там дальше с этим файлом делалось. Вот, как вы думаете, в чем проблема вот такого кода? Надо сказать, что это было еще написано на языке Perl, а не на Python, и там было все еще веселее, потому что там можно слишком много всего сделать с именами файлов. Но как вы думаете, в чем может быть проблема вот здесь? Ну, нет, вот здесь вот на запись, вот в Python W добавить нельзя, потому что режим открытия файла — это вторая опция. Вы не можете модифицировать этот файл-name, добавить этот самый W. Но, то есть, ничего записать вы таким образом не сможете. Но зато вы можете чем-нибудь прочитать того, чего не хотелось бы, чтобы люди прочитали. Например, вы можете взять и таким образом прочитать какой-нибудь файл, в котором хранятся пароли.
Ну, вообще, по-хорошему, пароли нельзя хранить в открытую. Пароли нужно хранить в виде их хэш-функций. Собственно говоря, ровно на этот случай. Но, значит, даже базу паролей, которая захеширована, лучше, чтобы она никуда не утекала. Вот. Но вот теоретически можно было бы сделать вот что-нибудь в таком роде. FileName равняется там, допустим, etc.passvd. Ну, вот так вот можно получить, по крайней мере, ну, сейчас вот в этом etc.passvd не хранится. Значит, не хранятся пароли, а сейчас там хранятся только имена пользователей. Вот. Ну, вот теоретически можно получить доступ к тем данным, к которым, вообще-то говоря, не планировалось предоставлять доступ. Вот. В общем, ко всякому пользовательскому вводу нужно относиться с большой аккуратностью. Вот, ну ладно. Это так, минутка IT-безопасности. Хорошо. Давайте я расскажу еще одну историю, уже совсем не про базы данных, а вторая вещь, которую я сегодня собирался рассказать. И это история про некоторую обработку текстов, чуть более продвинутую, чем то, что мы делали раньше. И это штука, которая называется регулярные выражения. Значит, давайте я покажу какой-нибудь пример. Допустим, у меня есть какой-то текст. Специально введу какой-нибудь заведомо несуществующий номер. Допустим, мы распарсиваем какие-нибудь диалоги в каком-нибудь условном Тиндере. И, допустим, я хочу давайте сделаем вот так вот. Даже вот так. И, допустим, я хочу вот из такого рода текста вытащить вот эти телефонные номера. Просто их вытащить и куда-нибудь сохранить. Как это сделать? Ну, в принципе, можно было бы... Окей, давайте я чуть-чуть усложню задачу. Давайте я сюда еще добавлю... Еще что-нибудь вот такое добавлю. И теперь вопрос. Что делать, если я хочу вытащить именно телефонные номера? Ну, в принципе, можно было попытаться это делать так по-рабоче-крестьянски. Значит, разбить, например, весь этот текст на слова. Дальше про каждое слово пытаться понять, телефонный номер, оно или не телефонный номер. И можно придумать какие-то простые критерии того, кто такой телефонный номер, а кто такой не телефонный номер. Например, вот, допустим, вот эта вот штука состоит из цифр, но она слишком короткая, а телефонный номер должен быть подлиннее, что-нибудь в этом роде. То есть можно было бы сказать, что телефонный номер — это какая-то такая штука, которая обязательно состоит из цифр, и при этом содержит больше, чем 5 символов, что-нибудь в этом роде. Но, как видите, она может состоять не только из цифр, может быть, еще что-нибудь в таком роде. Вот. Ну, в общем, на самом деле, это нетривиальная задача, как описать, что такое телефонный номер. Но давайте попробуем написать код, который хотя бы вот эти два телефона вытащит нам. И для этого проще всего использовать штуку, которая называется регулярные выражения. Давайте я сначала покажу, как оно работает, а потом попробую объяснить, что все это значит. Значит, давайте я сделаю, например... Сделаю find all и напишу какое-нибудь регулярное выражение, которое устроено ну, как-нибудь так. Ну, вот так вот я вытащил все числа, но давайте я потребую дополнительно, чтобы
у меня все-таки размер был бы больше, чем 5 символов. И вот так я получил интересующие меня телефонные номера. Значит, давайте посмотрим, что это я такое тут написал. Значит, ну, во-первых, я использовал модуль RE, который как раз означает Regular Expressions. Почему они регулярны, это отдельная история, на эту тему большая наука существует. Вот. Ну, в общем, для нас регулярное выражение — это такой как бы шаблончик, который мы можем прикладывать к тексту, и дальше какие-то кусочки этого текста могут либо соответствовать, либо не соответствовать этому шаблончику. Вот. В данном случае я написал шаблончик, который устроен так. Значит, я сказал, что меня интересует, что вот в этих вот квадратных скобках описываются некоторые классы символов. И в данном случае я сказал, что меня интересуют символы, которые являются плюсом или произвольной цифрой или минусом. И дальше я сказал, что такие символы должны, значит, что у меня должно подряд встретиться таких символов 5 и более штук. И, соответственно, это то описание, которое соответствует телефонам, ну вот, по крайней мере, для этого примера. Понятно, что я мог получить что-нибудь, чего я на самом деле не хочу. Допустим, вот такая вот штука здесь, вот этот 45 плюс 49, это, конечно, не телефонный номер, но моим вот этим вот кодом он опознался как телефонный номер. Но... Значит, по крайней мере, если ваш текст более или менее структурирован, то вы можете написать такое регулярное выражение, которое, по идее, должно вытаскивать ровно те фрагменты, которые вам нужны, или проверять на наличие этих фрагментов. Ну, давайте я покажу в чуть более интерактивном режиме, как эти регулярные выражения работают. Значит, есть такой сайт regex 101. Значит, регулярное выражение — это не питоновская штука, это история такая кросс-языковая, они работают под разными языками программирования, но могут чуть-чуть отличаться в разных языках. Да, кстати, я вот здесь использовал букву R перед вот этими кавычками, и эта буква R означает, что строчка, которая, в строчке, которая дальше последует, вот эти вот обратные слыши не должны интерпретироваться специальным образом. То есть, например, вот такая строчка — это буквально backslash n. В отличие от вот такой строчки, в которой есть пустая строка. Значит, R говорит, чтобы backslash интерпретировались буквально как backslash, а не участвовали в создании спецсимволов. Это нужно, потому что я потом вот эту строчку передаю, собственно говоря, библиотеке RE, и она, эту, вот этот самый backslash, она уже будет его интерпретировать сама специальным образом. В частности, вот, когда я здесь пишу backslash d, это означает, что меня интересуют цифры. Вот. Но давайте я вернусь сюда в эту штуку. Давайте возьму какой-нибудь текст, ну вот, например, который у меня здесь написан. И давайте посмотрим на то, какие бывают регулярки. Значит, самая простая регулярка — это просто какой-то фрагмент текста, который состоит из обычных буквок. Ну вот, например, строчка «Hello». Значит, это шаблон, который буквально соответствует строчке «Hello». Вот видно, что у меня этот шаблон здесь встретился два раза. Вот тут и вот тут. Вот, соответственно, обычные буквы, там, типа букв латинского алфавита или даже кириллицы, они соответствуют сами себе. Как-то вот так. Дальше. Значит, ну, если бы ничего кроме этого не было, то было бы неинтересно. И в регулярных выражениях есть... две вещи, которые позволяют их сделать более гибкими, чем просто вот поиск каких-то подстрочек в нашей строке. Первая вещь — это то, что мы можем использовать не просто какие-то строчки, а какие-то
как бы классы строчек, у нас может быть какой-то перебор. Например, вот скажем, я хочу найти все предложения, которые, ну, все вот эти вот приветствия. Я знаю, что у меня приветствие устроено так. Оно состоит из строчки hello, а дальше после него идет либо восклицательный знак, либо запятая, либо точка. И я могу это сделать, например, вот так. Восклицательный знак или запятая, или... Значит, вот для того, чтобы точку сделать, мне нужно использовать здесь backslash. Ладно, давайте пока без точек. Давайте пока вот так сделаем. Значит, вот здесь я использую вот такую палочку. А палочка означает, что у меня есть выбор. Значит, вот я начал с hello, вот эти вот строчки, вот эта строчка hello соответствует только самой себе. А вот эта вот скобка, она соответствует либо вот этому восклицательному знаку, либо вот этой запятой. Соответственно, как видите, здесь выбралась вот такая штука. Дальше. Значит, вот эти вот, то, что можно перебирать через вот такую палочку, она может быть устроена более сложно. Тут могут быть не отдельные символы, а целые кусочки строки. Например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Значит, ну вот всякие знаки препинания уже могут иметь специальный смысл, и поэтому их нужно отдельно экранировать. В частности, знак вопроса имеет специальный смысл в регулярных выражениях, и поэтому вместо знака вопроса я пишу backslash знак вопроса. Значит, ну вот, как видите, у меня теперь вот этому регулярному выражению соответствует и вот эта строчка hello со знаком, с искательным знаком, и вот эта строчка hello с запятой, и вот эта строчка как дела со знаком вопроса. Как бы из вот этих скобок выбирается одно из вот этих вот двух, а из вот этих скобок выбирается одно из вот этих вот трех. Вот. В принципе, здесь этот сайт пишет, чему соответствует. Вот он объясняет, как все это работает. Вот. Но следующая вещь, с которой мы сталкиваемся, это некоторая короткая форма записи вот таких вот штук через палочку. Значит, если у вас есть просто какой-то класс символов, то вы можете записать и записывать эти символы не через палочку, а записывать их в квадратных скобках вот так. Значит, каждый из символов, ну, то есть как бы вот эти квадратные скобки соответствуют одному из вот этих символов. Либо этому, либо этому, либо вот этому знаку вопроса. Кажется, можно даже знак вопроса не экранировать, потому что в этом месте он однозначно читается. Вот. Опять же, видно, как это работает. Соответственно, первое, что есть в регулярных выражениях, это вот возможность делать шаблончики, которые вот так вот вариативные, в которых в какие-то места можно подставлять разные штуки из какого-то набора. Значит, бывают, кроме такого способа описания этих наборов, ну вот, например, я могу сказать, что меня интересуют всевозможные цифры, я могу их описать вот так. Да, в квадратных скобках можно писать не только перечислять явно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, но можно и писать через минусик интервалы. Например, вот так будет описан всевозможные латинские буквы и цифры. Вот. Другой способ сделать что-то похожее – это использовать заранее созданные классы символов. Ну, как я уже показывал, например, можно сделать вот так вот backslash d, и это означает цифры. Это, в общем, то же самое, что вот такая штука, просто покороче. Или, например, backslash w — это всевозможные символы, которые могут быть частью слова. Значит, в общем, это то, что не знаки препинания, не пробелы, вот такие вот штуки.
Или есть, например, backslash W с большой буквы, это наоборот. Все, что не является частью слова, всякие знаки препинания, всякие такие штуки. Вот. В общем, есть какое-то количество вот таких заранее определенных наборов символов. Но логически все это описывается тем же самым перебором. То есть я могу написать backslash D, а мог бы написать вот так. И это, в общем, логически одно и то же. Вот. Теперь, помимо вот таких вот альтернатив, есть вторая штука в регулярных выражениях, которая называется квантификаторы. Квантификаторы говорят, что предыдущий шаблончик надо повторять один или несколько раз, или сколько-то раз. Ну вот, например, вот так вот я описываю всевозможные последовательности из цифр. Значит, вот этот плюсик означает одно или более вхождений. Значит, вот, например, отдельно выделилось вот это 29, отдельно выделилась вот эта семерка, отдельно выделилось вот это 919. А, соответственно, если я сделаю, например, вот так, то у меня выделяются все последовательности, которые состоят из цифр, плюсиков и минусиков. Вот. Дальше, например, можно сделать еще что-нибудь. Скажем, кроме вот этого плюсика, есть еще другие квантификаторы. Например, можно потребовать, чтобы было вхождение, скажем, вот 3 больше. Или ровно от 3 до 9. Или, допустим, от 5 до 9. Вот здесь видно, что, например, от вот этой строчки он сейчас... Чего он сейчас съел? Давайте я сделаю ровно 5 элементов. Вот он съел вот такую вот штуку из 5 элементов, потом вот такую штуку тоже из 5 элементов, а потом вот такую штуку из 5 элементов. А вот эта шестерка никуда не попала. Можно вот так написать. Вот. Ну и вот, собственно говоря, все. То есть, в общем, регулярные выражения, они состоят из, две основные операции. Это операция вот этого выбора, одного из нескольких вариантов, и операция квантификаторов, когда вы повторяете один и тот же фрагмент несколько раз. Причем количество раз может меняться. И с помощью этих штук можно создавать довольно сложные значит, довольно сложные условия. Ну, давайте представим себе, что я хочу, чтобы вы написали какое-нибудь регулярное выражение, которое будет соответствовать вещественным числам. Вот такая задачка. Да, надо сказать, что всякие вот эти вот условия и квантификаторы, они могут быть вложены друг в друга. Ну, например, давайте сейчас какой-нибудь совсем искусственный пример приведу. Допустим, у меня есть какая-нибудь вот такая вот строчка. Значит, есть вот такая строчка, а есть вот такая строчка. И давайте я сейчас сделаю такое регулярное выражение. А потом идет BA плюсик. Потом идет, например, плюсик. Все это заканчивается. А, и давайте мы сделаем вот что. Давайте мы сделаем вот здесь что-нибудь типа пробела. Или начало строки. А здесь сделаем
тоже что-нибудь типа пробела или конца строки. Вот, что-то я сложненько сделал. Значит, ну, во-первых, ну, окей, ладно, давайте я не буду здесь усложнять, давайте я просто скажу, что я рассматриваю каждую строку по отдельности. Значит, вот этот символ, вот эта крышечка означает начало строки, а вот этот доллар означает конец строки. Значит, вот давайте посмотрим, как это регулярное выражение работает и почему первая строчка ей соответствует, а вторая строчка ей не соответствует. Значит, можете ли вы объяснить, почему вторая строчка не соответствует такому регулярному выражению? Значит, во-первых, да. Значит, во-первых, здесь видно, что та строчка, которую мы ищем, она должна начинаться с А и заканчиваться А. И внутри нее что-то еще может быть написано, но вот это что-то не абы какое, а вполне конкретное. Значит, видно, что и вот эта строчка, и вот эта строчка обе начинаются и заканчиваются на А. Но. Тем не менее, вот это подходит, а вот это нет. Но есть B, B есть и в первой строчке, и во второй строчке. Это ничему не противоречит. И вот здесь в регулярке написано, что B разрешены. Где сочетание БА нет? Во второй строчке есть сочетание БА. Вот БА. Вот еще БА. Значит, почему не работает, почему это регулярное выражение не соответствует вот такой строчке? Значит, давайте посмотрим внимательно на это регулярное выражение. Что оно говорит? Она говорит, что она должна начинаться с А. Угу. Значит, ну, давайте посмотрим, что точно здесь написано. Значит, она говорит, что она должна начинаться с А. А потом будет идти один или несколько вот таких вот того, что написано в скобках. Теперь, то, что написано в скобках, описывает там такую штуку. Значит, это штука, которая обязательно начинается с B, а потом после нее есть какое-то количество символов A. Причем этих символов A должно быть один или более. То есть это означает, что у нас обязательно вот любая такая скобочка, их может быть несколько, они могут быть разными, но любая такая скобочка устроена таким образом, что она начинается на B, а потом идет какое-то количество A. Значит, например, вот эта строчка соответствует этому шаблону, ну, потому что как она соответствует? Вот у нас первая штука, которая соответствует скобке. А вот у нас вторая штука, которая соответствует скобке. Вот у нас третья штука, которая соответствует скобке. Значит, действительно, у нас есть одна или несколько скобок, и каждая скобка соответствует вот этому вот, вот этой вот штуке. Значит, вот этот вот плюсик, он распространяется в данном случае на предыдущую букву. Если вы хотите ее распространить не на букву, а на некоторую подстрочку, то подстрочку нужно заключить тоже в скобки. Но так как сейчас написано, она действительно соответствует вот этой штуке. А вот этой штуке не соответствует. Ну, почему так? Ну, потому что здесь написано, что после каждой, то есть после каждого вхождения B должно следовать сколько-то раз буква А, хотя бы один. А у нас здесь есть вот такая вот ББ, например. Вот я никак не могу вот эту ББ
уложить в этот шаблончик, который находится внутри этой скобки. Вот. В общем, регулярные выражения могут быть довольно сложными, они могут быть иметь вот такие вот всякие вложенные штуки. И, в общем, про регулярное выражение есть шутка о том, что если у вас была какая-то задача, и вы решили, о, я решу эту задачу с помощью регулярных выражений, если у вас была какая-то проблема, вы решили решить ее с помощью регулярных выражений, и теперь у вас две проблемы. Ну, потому что, на самом деле, регулярные выражения, они выглядят сам по себе немножко мистически, но в том смысле, что вот тот код, который, кстати, получается, его очень трудно понимать, особенно когда регулярка становится большой, и не очень просто отлаживать, не очень просто понимать, что там на самом деле происходит. В принципе, механика этих регулярных выражений очень простая, по крайней мере, до тех пор, пока вы не слишком далеко заходите за действительно регулярные языки. Вот, но когда вы видите какой-то реальный код, он может выглядеть довольно страшно и не очень понятно. Если, например, не работает, не всегда понятно, почему. Вот, ну вот давайте ради интереса действительно попробуем сейчас написать какое-нибудь регулярное выражение. Значит, я хочу сделать регулярное выражение, соответствующее вещественным числам. Значит, то есть на строчках, которые соответствуют вещественным числам, оно должно срабатывать, а на других строчках нет. Ну вот давайте, присылайте мне ваши регулярки, можно просто в чатик вообще писать, а я буду их ломать. Ну то есть я буду придумывать контрпример, который на них будет ломаться. Ну хорошо, давайте начнем не с вещественных, а давайте начнем с целых чисел. Вот просто целые числа. Какими они бывают? Вещественные — это что-то слишком сложно. Какие строчки являются целыми числами? Как можно превратить в целое число? Так. Так, ага, Семен, это вы, видимо, уже для вещественных чисел написали регулярку. Ну, давайте, окей, давайте я вернусь сюда. Ой, нет, это не то. Так, это ваша регулярка. Значит, вы рассматриваете точку и запятую как десятичный разделитель, судя по всему, и говорите, что вот какая-нибудь вот такая штука — это вещественное число. Ну, это, конечно, правда, но... Ну, давайте начнем с простого. Я считаю, что 1, 2, 3, 4 — это тоже вещественное число. Но оно как бы целое, натуральное, но при этом это не отменяет его вещественность. Теоретически я могу выполнить код float от 1234. Давайте переделайте эту регулярку так, чтобы число без точки тоже сработало бы. Да, еще числа бывают отрицательные, это тоже правда. Давайте напишем какое-нибудь отрицательное число. Так, Семен сделал регулярку для чисел. Нет, ну давайте считать, что обыкновенными дробями мы не можем записывать, что мы можем записывать все-таки их в виде обычных чисел, то есть там, с десятичной точкой или десятичной запятой. Так, ну хорошо. Давайте. Вот такая единичка, например, не проходит. Потому что вы потребовали, чтобы у вас было бы два, как минимум два символа.
А еще, например, есть вот такая штука. Которая с вашей точки зрения является вещественным числом, с точки зрения вашей регулярки. Да, видимо, если я хотел вам внушить идею о том, что регулярное выражение — это удобный инструмент, который стоит освоить, это, скорее всего, я достиг сейчас противоположной цели. Но на самом деле это не столько проблема регулярных выражений, сколько проблема того, что на самом деле действительно описать те строчки, которые соответствуют вещественным числам, довольно сложно. То есть написать, ну вот я бы так не взялся бы, там, ни с помощью какой технологии сейчас вот сесть и за вечер написать работающий парсер для вещественных чисел. Это просто, может быть, ну... Это я еще не начал писать никакие числа в scientific notation, когда там участвует какой-нибудь 1e плюс 2, что-нибудь в этом роде. Вот. Но, тем не менее, там есть задачки, для которых регулярки действительно работают не очень хорошо. Но зато бывают задачки, для которых там регулярки работают очень хорошо. Это, как правило, очень простой... Какой-то довольно простой паттерн мэтчинг. Например, если вам нужно, ну, скажем, допустим, у вас есть какой-нибудь документ, который устроен так. Допустим, first name. Вот что-нибудь в таком роде. Да. Ну, хорошо. Такую штуку можно, конечно, разобрать и безо всяких регулярок, но можно и с регулярками, а именно можно было бы сделать что-нибудь в таком роде. Например, я могу захотеть найти first name, и я могу его захотеть найти так. Research data first name двоеточие. Да, давайте я покажу, как это делается. Значит, например, вот так. Чем мне нравится. А, я знаю, почему мне не нравится. Мне не нравится, потому что я перепутал местами. Значит, вот смотрите. Значит, я сделал такую штуку. Я говорю, что мне нужна строчка, которая начинается с first name, а дальше следует что угодно до конца строки. И теперь я могу посмотреть, что у меня сметчилось. Значит, вот в качестве результата мне возвращается некоторый объект, который называется match. Ну, во-первых, вот здесь можно найти, что именно он сметчил. Значит, он сметчил как раз просто вот эту первую строчку. А дальше можно, например, от него попросить первую группу. Это вот первая штука, которая находится в скобках. В данном случае в этих скобках находится как раз имя. Это, в общем, ровно то, что мы хотели. Вот. Значит, надо сказать, что вот для таких вот не слишком заковыристых ситуаций, когда значит, ваш текст описывается более-менее понятно какой структурой, но при этом в общем, обрабатывать текст, который написан реально вот людьми, которые кто во что гораздо пишет, реально всегда автоматически очень сложно, потому что существует тысячи способов написать одно и то же. Но если у вас хоть чуть-чуть он структурирован, то регулярные выражения вам сильно помогут. Вот. Вот для вот таких вот каких-нибудь вот таких вот несложных запросов регулярки — это хорошо, как правило. Еще можно с помощью регулярок заменять что-нибудь на что-нибудь. Например, вот у вас был какой-нибудь текст. Ну вот простейший пример. Допустим, у вас есть какой-нибудь текст,
Ну, хотя бы вот такой, да, он мне остается переменный текст. И, допустим, я хочу избавиться от всех... Ну, вот, допустим, что я хочу получить отдельные слова в этом тексте. И я могу это сделать, например, так. Например, есть resplit. Допустим, я хочу сказать, что я хочу разделить этот текст по всевозможным пунктуационным знаком, пробелом, символом переноса строки, все на свете. Или их цепочкам. Да, точку забыл. Запятую забыл. Ну вот, пожалуйста, вот таким вот образом я разбил текст на слова. Вот если делать это просто с помощью обычного сплита, то это было бы довольно мудрено, потому что мне нужно было бы, ну, как бы сплит, он принимает на вход разделитель. Но видите, здесь у меня разделитель — это одно из нескольких вариантов. Это либо точка, либо запятая, либо пробел, либо еще чего-то. И если я задам вам вопрос, а как это сделать без регулярных выражений, ну, я не знаю. Наверное, вы будете писать какой-то код, который... Ну, например, вы можете написать какой-то код, который каждый из этих символов, который пройдется по всем этим символам, заменит каждый из них на пробел, а потом сделает сплит по пробелам и сериям пробелов. Что-нибудь в этом роде. Наверное. Вот. Но, в принципе, так гораздо проще. Другой пример — это, допустим, я хочу заменить какие-нибудь символы на какие-нибудь другие символы. И, например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Значит, например, я хочу заменить все цифры на звездочки. Пожалуйста, заменил. Опять же, и если есть такая же задачка, причем даже я сейчас заменил последовательность цифр на звездочки, ну хорошо, если я каждую цифру хочу заменить на свою звездочку, то это делается вот так. А опять же, это не так-то просто сделать, если вы работаете просто со строчками, скорее всего, вам придется тогда работать на уровне отдельных символов, и это будет не очень простая задача. Ну, окей, не очень сложная, да, какой-нибудь цикл по символам написать, но главное, что если вы будете писать собственное решение, то, скорее всего, она будет довольно не очень эффективная, потому что там, ну, питоновские циклы не очень эффективны. Значит, если вы хотите какой-то символ использовать буквально как соответствующий символ, то перед ним надо поставить backslash. Ну вот, например, я могу сказать, что я хочу все цифры или плюсики заменить на звездочки. Вот заменил, теперь вот эти плюсики тоже заменились на звездочки. Вот. На самом деле здесь можно делать более хитрые вещи. Например, можно передать в качестве того, на что заменять, можно передать не строчку, а можно передать функцию. Например, можно сделать что-нибудь в таком роде, скажем. Digit word. Ну ладно, мне надоело это писать, значит.
Не хочет она так делать. Интересно, почему? Either string or callable. Это и callable и есть, чем мне нравится. А, потому что она хочет. Потому что она хочет вот что получить. Вот. Значит, я сделал функцию, которая получает на вход вот такой вот объект, который является результатом выполнения регулярного выражения. Он содержит информацию, ну, он содержит как бы не только информацию о том, что именно нашлось, но и где оно нашлось в строчке и так далее. Нам сейчас все это не интересно, а нам интересно, что именно нашлось. И вот я с помощью этой функции я заменяю, соответственно, 0, единички, двойки, тройки на соответствующее слово. Ну, а если оно, а если у нас на входе не 0, единичка, двойка, тройка, то я просто возвращаю, что нашлось, то я возвращаю. Оставляю без изменений. Вот. В общем, ну, другой пример. Допустим, у меня есть какое-то количество... Допустим, у меня есть какой-нибудь текст, в котором есть какие-нибудь слова. И, например, я хочу сделать следующее. Значит, я могу сделать такую штуку. Так, значит, это нужно сделать вот так. И тут тоже нужно поставить R. Ну и давайте я сделаю вот так. Что-то ему не понравилось. Group reference. А. Так, ну, в общем, я хотел сделать такую штуку, которая мне заменяет, в каждой строчке заменяет, меняет местами первый со вторым элементом. Но вот со второй строчкой это сработало, а с первой нет. Дело в том, что она не воспринимает концовку вот этой строчки как конец всей строчки, по всей видимости. Значит, ей кажется, нужно дать какую-то штуку, чтобы она это воспринимала. Unicode verbose sm multiline. Нет, не хочет. Вот. Значит, вот этот флаг multiline, он позволяет, значит, он говорит, что вот этот вот доллар, он должен соответствовать не только концовке всей строчки, которая есть, но и каждому, вот, как бы не только вот этой вот концовке строчки, а каждой концовке каждой из вот этих вот строчек по отдельности.
Ну, вот видно, что я действительно переставил местами в каждой строчке два элемента, которые в ней были. Ну, опять же, теоретически можно было бы это сделать другим способом, да, можно было порезать по строчкам, каждую строчку порезать по словам, потом переставить, и потом создать строчку, потом все это объединить. Но, в общем, это потребовало бы, вероятно, чуть больших усилий. Вот. Ну, вот такая история про регулярки. Значит, я в целом советую регулярки хотя бы чуть-чуть освоить, потому что это реально упрощает жизнь во многих ситуациях. И, кстати, довольно часто разные инструменты ожидают от вас регулярку. Например, если вы с помощью Pandas будете делать какую-то обработку текста, например, вот у вас есть... Допустим, у вас есть какая-нибудь колоночка со строками. Значит, я могу взять эту колонку и с ней что-нибудь сделать. Например, я могу ее, скажем, сплитнуть. И вот тут сплит будет ожидать от меня именно регулярное выражение. Например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Вот сейчас я сплитнул по буквам А и П. Значит, результатом получился такой сириус, у которого элементами являются отдельные столбцы. Кажется, его можно попросить, чтобы он мне бы сделал вот так вот, сразу сделал новый датафрейм, у которого столбцами являются результаты этого сплита. Ну вот видно, как это работает. Он в данном случае первый аргумент, он его воспринимает как регулярное выражение. И там, если вы этого не знаете или не знаете, как работает регулярное выражение, то вы можете просто получить неожиданный результат. Вот. Ну вот вроде все, что я хотел сегодня сказать про регулярки. Есть ли какие-нибудь вопросы? Окей. Ну ладно, тогда на сегодня все. Спасибо. А вы можете ноутбук и запись побыстрее выложить? Да, сейчас выложу. Спасибо большое. Угу. До свидания. До свидания.